Сегодня мы завершаем серию игр на деньги. Я могу сказать, что... Самый красивый поцелуй. Ясненько, блядь. Друзья, я не понимаю, почему такое большое количество людей, которые меня смотрят, почему-то не подписываются, но при этом смотрят постоянно. Давайте как-то исправим это дело, наконец-то уже добьем 2 миллиона. Подпишемся, если вдруг у вас горит кнопочка красненькая, то сделайте ее серенькой, нажмите подписаться. Вам не сложно, мне приятно. Ну и скидывайте этот видос друзьям, чтобы поскорее мы апнули эти 2 лимона и отпраздновали их третьим сезоном Амкала, а? Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток, с вами, как всегда, Герман. И мы продолжаем играть в красивый футбол. На одну камеру да. Хорошо, повезло, что есть Виталик и камера. Всем привет, друзья! Всем доброго времени суток! Сегодня с вами Евгений Спиряков. Это лучший! Yes, я не против! Федя Масло! Классный! Соглашусь! Герман Альклассико! Великолепный! Неправда! Это, конечно, неправда. Артем Нечаев! Потрясный! Потрясите его тогда! И Виктор Блатов. Вот это пошутил, Витя. Сегодня мы завершаем серию игр на деньги. Кончено! Нахуй завершать, я жду. Спектакль окончен. Это праздник. Нет, мы завершаем. Больше я никогда не буду разыгрывать деньги. Ну, конечно, если вы вдруг наберете 100 тысяч лайков, то я могу... Нет, вы не наберете. Правила нашего челленджа максимально простые. У каждого из участников будет всего по 2 попытки в каждом этапе, чтобы показать что-то по-футбольному красивое. И в целом абсолютно неважно, будут это выходы 1-1, пенальти, штрафные, лонгшоты, да хоть самый красивый незабитый мяч. Вот прям абсолютно все что угодно. Но... Надо сделать то, что мне еще никогда в жизни не удавалось, мне кажется. Я не помню, как называется этот фунт. Ну, короче, когда ты бежишь, зажимаешь мяч вот здесь вот. А, радуга, называется радуга. Вот, я могу сделать радугу, перекинуть мяч через себя, через спирича. Главное, не через ворота. Поехали. Можно мяч? Я тоже братан. А, тогда да. Короче, планирую вести спиной до точки пенальти вот так вот. Подбросить 2 касания через себя на 9. Ну, типа интересно. Что ты будешь делать? Выход 1-1? Ну да, вот это 1-1. Смотри, все пошли по выходам, а? Да, ты что? Неожиданно. Ясненько, блядь. Сука! А, ну ладно, я так Ребята, я знаю вас, вы знаете меня. Я уверен, что самое красивое, что может быть в футболе, это лонгшоты. Дальний удар. Что может быть красивее? Как смотреть, как траектория мяча идет в ворот и тут попадает в какую-нибудь девицу. Под потом, блядь. В первом этапе нет голов, просто нет голов вообще. Это знаете почему супер? Потому что я сейчас пойду на точку пенальти. Погнали? Конечно, не забью, потому что посмотрел туда, а ворота там. Вот это очень. Первый этап, вы видите оценки, я покажу пока с первого места. Оценки не плюсуются, каждый этап оценивается отдельно. 6. 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 6
Я не знаю, в курсе вы или нет, но мы выпустили ролик на втором канале, который попал на второе место в тренды по России. А мы с вами на этом канале почему-то так не можем. Но я вас верю, поэтому давайте пробовать договориться. Если мы под сегодняшним роликом набираем 150 тысяч лайков, при этом загоняя видос в тренды, то с меня моментальное возвращение в той рубрике, которую вы все ждете. Футбол в большом городе. А там и передача с крыши, и через реку, и что мы там только с вами не делаем. Так что если ждете, лепите лайк и поехали ко второму раунду. А кто следующий? У нас я опять Федя. Что ты будешь делать? Штрафной. Вот так, со стенкой? Да. Хорошо. Штрафной удар, на самом деле, зря Тёма переживает. Ну, я что-то из этого дам на силу, конечно. Но вообще я хочу попробовать на технику. Я хочу показать вам, подписчики, дорогие подписчики канала Герман или Классика, что я еще немножечко умею бить по мячу. Умею бить точно. Красиво. Под стенкой. Ворот не те, конечно, ну ладно. Он сейчас будет стоять как пантера, просто пантера. Потому что если я забью, то ему просто тупо нечего будет делать. Блять, горишь! Сука! Очень интересно. Что, цель пойдет? Походу, да. Мне кажется, он сейчас... Мне кажется, он испугался. Мне кажется, он сейчас перестроит из скамейки. Почему? Я и говорю, да. Я причем прыгаю выше этого, но типа, блядь. Я тоже, но стрёмно все равно. Это не то, что ты хотел сделать. Да. Ребята, ну что, нужно экспериментировать дальше. Я в целом не знаю, что еще найти в своем арсенале, что может потягаться с такими мастодонтами прыжков. Я помню, что когда-то ударил пяткой в перекладину, и все меня даже обвиняли в том, что это был монтаж. Давайте попробуем забить самый красивый гол пяткой. ₽10 000 уходит Герману за монтаж! Либо Шаманаеву, не знаю там уже кто. Я. Готов? Да, давай. Удивительно! Друзья, я не буду ничего выдумывать, давайте сделаем выходы 1-1. Я очень хочу выходы 1-1, и на воротке, естественно, будет Женя Спиряков. На самом деле у меня несколько вариантов того, что делать. В прошлый раз я выиграл, я забрал деньги именно тогда, когда мы выходили 1-1, и тогда мне помогли удары между ног. Поэтому есть вариант вот именно прям сыграть между, попытаться. Я только этого и ждал. После второго этапа вы видите сейчас на экранах. Ну и, собственно говоря, у нас последний, третий этап. Последний шанс у Феди забрать десятку. Я забираю десятку. Можно так? Нет. Нужно набрать минимум 8 баллов. В общем, задача, на самом деле, задача забить от штанги или от перекладины. Это будет красиво. Лонгшоты от Виктора Блэнга. А? Это был Накл, но он... Вить, ну ты, к сожалению, покидаешь наш конкурс. Проект, Вить, что ты скажешь? Самое слабое звено, Вить. Скажи, что это такое. Речь. Я самый слабый звено. Видишь, скажи, дай ему это делать. Слушай, ну, я буду бить кросс-пад с этой половины, с лёдом.
Ну что, ребята, красота совместных челленджей одной команды, снимание уже на протяжении 2 лет. Красота не только в том, что вратарь знает, как вы бьете, но и мы знаем даже, как оператору нравится, как забиваются голы. Поэтому нужно бить слабое место, мистер Акротист. Виточ, готовь трусы новые, они тебе понадобятся. И салфеточки, протереть там все, потому что будет влажненько. Ай-яй-яй! Виточ, звони родителям, скажи, что ты выходишь замуж за одного красавчика. И за его прекрасный гол. О. Виточ, как тебе такой? Виточ, я повернусь тебе лицом. Я смотрю. Справедливости ради надо сказать, что в этот раз, вот в этой завершающей части самого красивого, не было чего-то суперферичного. Ну, слушай, были акробатические этюды. Кто получит десятку? Герман на монтаже меня третьим поставит вот это с лавкой и нормально будет. Не, ну я могу сказать, что... Самый красивый поцелуй. Поделите пятерки. Видишь? Пятерки. 8. Яй! Делим! Молодая семейная пара делит десятку на двоих. Мы поздравляем Спирича с его выигранными бабосиками. С очередными. Он уже становится местным Германом, который выигрывает баб. Да, давайте. Да. Официально, что красивее всех играет в футбол Спирич. Пожалуйста, вешайте микрофон в каждом видео на Блатова. Обязательно там, подпишитесь на канал Виктора Блатова. Там, Виктор, там ничего! Там, блядь, 324 видоса в час. 324 перекати поле. 4 видоса, 4. Конечно же, на канал Веселая Гамовая Компания. Это прекрасно. Несмотря на то, что там видосы части, там перекати поле то такое же. Давайте, вас не хватает. Давайте туда налетим, просто завоюем этот канал своими подписками. Естественно, Женя Спиряков, человек, который выигрывает все и вся. Он выиграл мое сердечко! Артем Нечаев, человек, которому не хватает всего-то много подписчиков до миллиона. Если посмотреть 50 моих видосов сразу же, можно увидеть голую бабу на экране. Попробуйте. Вот это байт. Ну а если вы посмотрите 2 предыдущих видео, которые появились вот здесь, то да, у вас тоже появится на экране голая баба. Но надо обязательно и вот этот посмотреть. Так что вот. Ну а так, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал тоже. Все, друзья, всем спасибо, всем пока.